бесплатными тропами, чтобы не платить за трассы, решили выбраться на вечернюю прогулку в Венецию. И не знаю, если сегодня все удастся, то, наверное, завтра уже не поедем повторно. Вот, запаркуем там автомобиль и погуляем. Заехали на паркинг. Так, найти бы тут место. Первый час 3 евро, да? А потом когда... А потом 2 евро. Каждый 2 евро в час. Я не знаю, где это поставить. Может, возле этого красавчика. Смотри. На, ставь. Итальянчика. Красавулечки. Возле стеночки. Приехали мы по этому мосту, запарковались здесь внизу и идем. Так, сейчас на этот мостик стеклянный. И уходим от этой движухи в Венецию плавучую. На самом деле есть один плюс. То, что сейчас не так жарко. Днем мы точно бы тут зажарились. И приятно гулять. Общественный транспорт. Электрички, или как их называют, маршрутки водные. А Апероль Шприц, конечно же. Куда же без него, реклама. Торгаши. А мы сейчас стоим перед церковью Скальти. Здесь я правильно произношу. Церковь 17 века с фресками. Ну, фресочки хорошие. Так, шопоголик наш пришла маски выбирать. Здесь уличка. Разные бижутерии, масочки. Так, лимончелло, разные трубочки. Куча туристов, как всегда. Что? Ну? Рахфляж? Вафляж? Рахфляж? Эй, экскурсовод, что это? Проходим. Наверное, сувенирная ручка. Ну, это, я думаю, собор какой-то. А? Кажется, вас с другой стороны смотреть надо. Что мы фоткались. Купили Еве Пиноккио за 10 евро. Магазины с сувенирами сменяются на вкусную выпечку. Смотрите, какие маски интересные. Сейчас захочется и покушать чего-нибудь. О, какая барышня. Масочки огонь, да? Сейчас идешь? Да. С горгулями. Где горгули? С горгулями? Да? Мы еще не вышли на даже главным достопримечательностям, но для меня хождение по этим улочкам это какое-то нечто. Каждый дом хочется фотографировать.
всматриваешься в его цвета, хотя вроде как ничего необычного, все обшарпано, провода висят. Но есть свой колорит даже в этих старых балконах. Ну и вписываются уже новые бутики, тут лавочки. Мир масок и карнавала. Все в среднем 15-20 евро. Ну, вон человек делает, как видишь, сидит. Ну, еще а заляпан. Это этот магазин, который вышел? Ну, котик. Бречка, ты ли это? Так приятно заходишь в ресторанчик, а с тобой здоровается, бонасера. Так звучит, прям бальзам для ушей. Кто там? А, рынок. Такой слипочек. У нас тут памятник, улыбается. Кому это? Дури и Банчи. Не знаю, кто ты такой, Дури и Банчи, но нормально. А мы наконец-то пришли к мосту через Гранд Канал. Очередные масочки, масочки чернокожих, там кепочки, шапочки. Идем на главную артерию Венеции. Это как главный проспект в городе, по которому ходят автомобили. Только здесь ходят лодки. И вот, Ева. Естественно, много туристов. В общем, кое-как пробились, зафоткались. Так, что это у нас? Прям... Полиция. Улетела полиция, хотел заснять этот катер. Он, наверное, на ту сторону, когда я сюда побежал. В общем, кое-как пробрались, пофоткались.
Так, идем на площадь Сан-Марко, потому что уже темнеет, значит, ну не темнеет, но вы сами видите, какие красивые кадры. Солнышко уже в летах для фотографа само то. Кстати, мостик как называется, ты говорила? Риалто? Угу. Вот это мостик, с которого только что снимали. Гондольеры работают. Кстати, ничего не поменялось. 20 минут 80 евро. А вечером, по-моему, все 100. Можно еще музыканта заказать. Узенькие лодочки, но не самые узкие, скажем так. Кто-то меня везет, да? Ну, я вам скажу, несмотря на время, я не знаю, сколько сейчас уже часов, 8 вечера, наверное. Вы просто посмотрите, что здесь творится. Причем какая-то сцена, наверное, что-то будет происходить здесь, концерт может такой. Ну, это шикардос, шикардос. Кстати, о гондолах, наверное, всем известный факт, что гондолы передаются по наследству, стоят колоссальную кучу денег, и определенное количество должно быть в Венеции, закрепленное, ни больше, ни меньше. Ну и, естественно, тарифы у всех одинаковые. 20 евро и 100 евро вечером, наверное, за 20 минут. Детям сок, дамам апирольку. Я, естественно, всегда бира. Но зато сзади Гранд Каньон. Язык уже после одного года. Сзади Гранд Канал и мост Риальто. Вот так смотрится мой микс. Сорти, Риальонины, макарончики. Макарончики с морскими. Как твои? Короче, морские макароны у них. У меня морское сорти. И бира. И Еве сейчас придет пицца. В общем, вот такие вот наш ужин вышел. Шприц, пирог, бира, сунули. Дивалова, не вижу, что-то есть. Корепто. Вот это вот такой вот рестик. Почти ушли с Венеции. Но я не мог не заснять вот эти вот таксофоны всему городу. Ну и в общем, я не знаю, сколько там часы эти показывают, но уже вечереет. Я вам даже скажу, на часах уже 21:24. Так что отправляемся на свой паркинг. Я не знаю, сколько мы заплатим. Сколько заплатим за паркинг, вангуешь? За что? За паркинг? Евро 10. Я уже забыла. Ну. В общем, покидаем мы Венецию. Уже совсем начало темнеть. Стемнело, скажем так. Так что высыпаемся. Завтра ждут новые дела. Ну и все, оставайтесь с нами. Сами знаете, что лайк, подписочка. Аккуратно. У меня уже тает. Взяли морожкой, уже тает. Так, еще не помню, показывал ли трамваи здесь интересно ходят. Вот это вот одна рельса, то есть это однорельсовый трамвай. Вот, наверное, там какой-то пытается ехать. Ну, а мы уже действительно идем на паркинг. Последнее, наверное, что засниму, это сколько отдали
зоопаркинг. Здесь мы приехали, наверное, около 6 вечера. Сейчас 22:15. Вот посмотрим. Короче, вышло за паркинг у нас 11 евро. Ой, дорого здесь парковаться. Все, на этом блог венецианский закончен. До встречи в новых влогах.